Всем привет! Сегодня на рыбалке. Первая поклевка на жерлиц. Ну что, есть шульчо? Что, тянет? Не знаю, здесь мелко она может упирается так сильно. Смотри, облет, чтоб. Да нету, какая хорошая. Да, нет, вообще-то. Ну, килограмм есть. Я думал, меньше. Какая-то узконосая просто. Ладно. Поставил еще вертолеты. Посмотрим, будет что клевать, нет. Леска не раскрученная. Ничего она не крутила. Ладно, давай, дерни. Холостая, наверное. Да это голавль, наверное. Ну да, много раскручено. Окей. Ну, вроде дня бодрная. Подожди. Листочек вот этот надо убрать. Пойду я туда. Так, ладно. Пускаем. Голавль, наверное, балуется. Вертолетик один. Что-то звенел до этого. Что-то есть, если не сойдет, конечно. Одна плотвичка есть. О, самая главная рыба попалась. Ёрш. Ёршик. Эх, и ёршик. Заглотил, короче, конкретно. Так, ладно, ловим дальше. Так, пока меня не было, была поклевка. Еще одна попалась, но это побольше килограмма. Что-то дергает. Плотвичка. Что-то она даже не гремела. А может, гремел, меня просто не было. Так, что у нас тут мотыль целый? Ага. Последний поводок тоже весь обсосанный. Сошла, наверное. Делаю бутербродик. Опарыш и мотылей. 2-3 штуки. Так, короче, флажок валяется. Не знаю тут, когда она сработала. Да, и леска раскручена. Вроде бы как. Ну ничего нет, друзья. Ха, ничего нет. Пискарю вон голову отгрызли. Ну это поклевка головля. Щука бы заглотила. Так что вот так вот. Голавлик клевал. Отгрыз голову и все. Наверное, не крупный просто был.
Что-то не хочет крутить. Можешь холостай, как тут раз. Погоду. Ветер сильный. Не хочет. Возможно, холостая. О! Короче, пока я там сидел, тут поклевки были. На других поводках нет ничего. Все съели, короче. Тут вот что-то тоже, мне кажется, есть. Небольшая вон плотвичка. Мелочь клюет. Хорошего ничего нету. Так, надо было мне здесь, наверное, сидеть, я ушел. Может быть, и побольше поймал. Так, короче, отрыбачили мы. Сегодня не очень. Но все равно на жареху поймали. Вертолеты эти молчат. Да плохо клюет вообще. И щука вон пустые сработки. Есть, ничего не засыпается. Не хочет она клевать. Ни белая, ни хищная рыба. Короче, вот иду собирать все. И домой. Так, ну ладно, всем удачи, здоровья. Всем пока.